Дніпровські архітектори розробили унікальний модуль для дитячих неврологічних лікарень. Проект під назвою «Куба-Буба» благодійний і розрахований на швидше одужання малечі. Про деталі поговоримо із меценаткою проекту Владою Брусіловською та архітектором Валерієм Кузнєцовим. Добрий вечір нашим гостям. Итак, знаю немного, кое-что знаю. Есть зрители, которые не знают ничего об этом проекте. Расскажите коротко, что за проект, для чего и как воплощали? Проект социальный, благотворительный. Придуман был нами с Валерием и его супругой Екатериной. И он призван изменить эмоциональную среду больницы. Больница выбрана не случайно. Мы просто решили, что это то пространство, где эмоциям и настроению уделяется очень мало внимания, а как раз эмоции и настроение очень важны при выздоровлении. Поэтому мы и выбрали это пространство для вот реализации этого проекта. Это для детей, это небольшая комната. Опишите, пожалуйста, как это выглядит. Наверное, Валерий. Начнем с того, что это у нас уже не первый объект. Первый объект, мы его назвали Куба-Буба. Куба-Буба-1 был установлен в 3-й больнице детской, а этот объект был установлен в 5-й больнице, реабилитационное отделение, которое находится в поликлинике на улице Шевченко, на первом этаже. Объект включает в себя достаточно небольшой блок, выполнен из прессованного дерева. Этот блок белого цвета, он перфорирован, занимает пространство 2,5 по высоте 2300 и ширина его 1800, так чтобы вы понимали, это в миллиметрах я говорю. Вот. И там происходят всякие действия. Он был предназначен, Куба-Буба-2, непосредственно для детей неврологических и реабилитации неврологических больных и отклонениями опорно-двигательный аппарат. Вот. В чем основан он? В основе лежит, еще раз повторю, перфорация, которую дети используют для того, чтобы туда, в основе перфорационный вот этот куб и шнур, альпинистский канат, в данном случае мы взяли и сейчас используем 12-миллиметровый альпинистский канат, который тактильно очень интересен. Сама Куба-Буба тоже тактильно необычно. Она фрезерована, и, ну, это надо видеть. Угу. Вы можете увидеть и на Фейсбуке. Приятно дотрагиваться, приятно и дотрагиваться, полезно, да, наверное. Да, то есть это основные моменты, которые мы придерживаемся изначально и в первых Бубе, и в этой. Но здесь была задача вот таким вот минималистическим путем достичь максимального эффекта, который нами до конца не изучен. Чтобы было понятно, еще сейчас, даже вот при встрече с главным отделением, угу, реабилитации, он сказал о том, что тут будет даже человек, который будет, скорее всего, писать методику к этому объекту, потому что он до конца не изучен, и он каждый день что-то происходит новое. Дети что-то новое создают. Он предназначен для детей, но мы сейчас видим, что и взрослым это очень интересно. Угу. Происходят различные коммуникационное взаимодействие между детьми, со сверстниками, с родителями новые коммуникации возникают, с докторами совершенно удивительные коммуникации возникают. Возникают с цветом коммуникации, с белым цветом, в том числе, которого дети немного побаиваются, а тут очень необычные, новые явления происходят в жизни больницы в целом. Вы знаете, очень неожиданно все происходит в положительную сторону. И каждый день, даже вот доктора говорят, каждый день мы удивляемся, и вот этот простой объект превращается в какой-то магический объект, потому что происходят всякие разные неожиданные приятные вещи. Угу. Что именно? Ну, может быть, вам уже доктора... Ну, дети, да, там, да, играют, дети там присутствуют, играют, да? Дети там двигаются, да, насколько двигаются. Это мелкая, средняя и крупная моторика, это подтягивание, угу, это вытягивание. То есть это то, что необходимо уже для посттравматических.
Детки туда приходят по желанию или им назначают? Исключительно по желанию. Сами вот увидели родители. Этот объект настолько притягивающий, что все присутствующие мимо сразу идут туда. То есть это, как знаете, какой-то магнит, который мы поставили в центре, и он абсолютно белый. Мы изначально хотим, я каждый день туда приходил и убирал все рисунки и выводил на ноль. Угу. То есть он белый изначально. А рисует и на стенах в том числе? Не рисует, рисует при помощи каната. Угу. При помощи каната задают всякие образы, ставят себе цели. То есть это такой мотивирующий очень объект. То есть дети сами создают себе цели, сами создают образы и сами их реализуют. И они видят конечный результат. И это крайне интересно, потому что работают стены, работает потолок, работают еще внутренние плоскости специальные для того, чтобы создать образы. Ну, удивительная штука. Хорошо. Как вы работаете над воплощением этого проекта? Вы договариваетесь с больницами, да? И вы выясняете нужды? Или вы предлагаете уже готовый объект куда-то установить вот в две больницы? Уже будете продолжать дальше, я так понимаю. Как происходит эта коммуникация с лечебными учреждениями? Ну, изначально мы подбираем пространство, потому что... Вы смотрите, где возможно. Да, правильно? Где возможно, угу. Где позволяет планировка больницы. Потому что для установки Куба-Боба желательно иметь холл. Она достаточно большая. И... Нам нужно с четырех сторон. Вот угу. В данной ситуации нам нужен объем так, чтобы можно было работать с четырех сторон. Это касается и первой Куба-Бобы тоже. Угу. Так. Сначала выбираете пространство, потом? Потом общаемся с персоналом больницы, выясняем, какого типа заболевания имеют дети, которые там обслуживаются, и стараемся предлагать то наполнение Куба-Бубы, которое сможет вот соответствовать всем этим критериям. То есть они могут быть разного наполнения? Они обязательно разные, да. Это основная задача каждой последующей Куба-Бубы, что она должна отличаться. Сегодня уже третья, да? Будет третья установлена на Космической нашими партнерами, фабрикой «Маэстро». И четвертую мы планируем, вот, наверное, на Новый год. Угу. А, кстати, кто изготавливает? Это легко в изготовлении? Легкий процесс? Или... Ну, мне сложно судить, но я думаю, что это непросто. Непросто. Потому что у нас очень большие требования к качеству материалов. Поэтому. Ну, не могу не спросить, не просто и дорого или недорого. Ну, это же это все дорогостоящее. Это относительно. Это же все известный момент, известно, сколько стоит материал, угу. Все это. Угу. Но тут это же не бюджетные идея. Деньги, откуда, сама идея, откуда финансировать? Сама идея, все уникальность проекта, вы знаете, аналогов же, по сути дела, нету. Какие-то аналогичные игры существуют. В такой плоскости, в такой маленькой плоскости. А это уже совершенно другой объем, это уже совершенно другие действия, это совершенно другие фантазии. Психологическая разгрузка, которая здесь происходит, она ни с чем не сравнима, ни с какой игрой, которая настольная. Угу. Но вот не было такого, что в закрытое пространство оно пугает, например? Вот идеологически, если говорить о Куба-Бубе 2, то вы видите, она вся, еще раз говорю, перфорирована, вы видели? То есть она вся как бы закрыта и открыта одновременно. То есть воздух, свет проникает в нее, тем самым дает возможность свободы, угу. Понимания структуры, понимания действий, которые там будет. Детям вообще очень все доступно, очень минималистическое, то, что самое простое. Вот и задача упростить по максимуму. Угу. Но ведь нужно же в данном вопросе контактировать с врачами. Во всяком конечно. Случае, должны да, вам там, подсказать, что бы хотели они видеть и что нужно. Это было? Ну, мы же и говорим, что ну, да, что изначально были консультации в 5-й больнице и в психиатрическом отделении, и в неврологическом отделении. Вот, потому что для психиатрических больных это чуть-чуть. Немножко это сложный силы, объект да, для это, восприятия. Да, для объект для восприятия. Поэтому там вот такие вот тонкие очень моменты. А какие виды заболеваний это помогает вот, ускорить выздоровление? Знаете об этом? А, ну, я вторая же конструкция. Ну, только... Мы говорим о второй да, конструкции. Да, да. Но сейчас мы пробуем... То есть это неврология, ну вот неврология, конкретнее. Да. Неврология, опорно-двигательный аппарат. Опорно-двигательный. То есть и да. посттравматические все синдромы, посттравматические...
реабилитации. Вот это вот основное. Угу. С детками общались? Что говорят детки, которые побывали там? Надо смотреть в глаза, надо видеть в глаза. Но мы не можем сейчас увидеть, поэтому ничего не надо спрашивать, надо все видеть. Тут, ну как я могу говорить, что они там кайфуют? Ну как, вот довольны, недовольны, пугаются, радуются. Вот какие чувства? Что говорят? Приду еще, мама, приведи меня еще. Удивительная ситуация. Ребенок, приду завтра. Ребенок, вот мне рассказывал доктор, что ребенок не вытянуть вообще в клинику. Ему нужно проходить какое-то лечение. Какие-то процедуры. Да, процедуры, которые должны быть ежедневные. А его не вытягивали. Вот. То есть он не шел туда. Увидев эту штуковину, идут с радостью. Он на следующее утро встал и говорит: пошли туда, к этой, ну, не знаю, как они ее называют. Да, да. Не знаете, как называют? Я не знаю, как они ее называют. Ну, не знаю, как они ее называют. А вот откуда такое название? Буба, наверное, очень приедается к языку, я думаю, что... Нет, название простое, такое вот звучащее по-детски. Куба, потому что... Моя идея была в том, чтобы создать независимое, очень небольшое по размеру пространство, которое мы могли бы установить там, в любой зоне больницы, кубической формы, неизменяемое по своей форме. Валера предложил: давайте раз кубик, значит, будет куба-буба. И как-то это название прижилось. Такая игра слов, наверное, скорее всего. По-моему, даже было потом, мы узнавали, было какое-то даже течение. Куба-буба, что-то было такое. Я думаю, так и называют. Погуглить надо Бубу. А Бубу. Если следующие, они будут с таким же названием? Думаю, да. Я думаю, что да. Не хочу. То есть это такой же бренд. Менять. Да. Не хочу загадывать. Ну, то есть мы ждем на космической и ждем четвертую. Вот выбираем сейчас локацию для четвертой очень интересной конструкции. А что нужно для того, чтобы этот процесс развивался? Ускорялся. Может быть, какая-то помощь вам нужна. Вы знаете, вот смотрите, вот мы говорим о реформах в медицине, да? А, еще удивительный момент. Вот сейчас я вам расскажу то, что мне тоже очень, так сказать, мозг. У нас в студии работает девушка, которая из французской группы архитектурной. И она прошла практику, проходила во Франции. И приезжали ее люди, которые принимали ее там. И потом она переписку с ней ведет. Она отослала эти вот картинки туда им. И они говорят: какой медицинский институт делал эту программу, разработку? А какая группа медиков, из какого подразделения, то есть кто это делал? То есть, ну, дальше вопросов даже больше уже нету, да? То есть там работает совершенно по-другому, и работают группы людей, которые сочиняют, придумывают, как. Тут это у нас же все идет как бы не по наитию. Порыв, да, по наитию, наверное, да. Был сначала. Вот, и порыв, да, и... Ну что... Ну что, пожелаю вам, пусть проект развивается, потому что мне кажется, что он очень полезный. Мне кажется, что у вас еще очень много идей впереди. Пусть они воплощаются и находятся люди, которые вам помогают. Спасибо. Главное, чтобы не мешали. Да, главное, чтобы не мешали. Спасибо за визит. Спасибо.